Всем привет! С вами Олдгеймер, да, он самый. Ну что? Там я вас оставил, сказал, что в следующей серии пойду бить нежить. Ну что ж, пойдем хуячить нежить. Хуячить так хуячить. Ее тут много. Блять, ночь на дворе, было посветлее, было бы лучше. Деревня. Деревню захватили, блять, фашисты, Ну, что там? Тихо стало, блядь. Гранату, блядь, бросили нахуй. В избушку, блядь. Готов. Сука, попал по мне, блядь, козёл. С изношенного арбалета. А, блядь, что бы он делал? Еще арбалет не изношенный был. Вообще бы, блядь, и мне. А что я там за наруч нашел? Тридцать мана, 12 магия, 6 восстановления. А тут маны вообще нет, что ли? Магия, восстановление. О, смотри. 30 мана, 12 магия. И 6 восстановления. Тут маны вообще нет. О, да, однозначно. Хранителя тайн. О, блядь. Это хорошо. Тут же избушку я зачистил, да, блядь? Осадный болт. О, видишь? И тут захуячил, блядь, сидел. В избухе. Ладно, зачищаем избушку за избушкой. А я вообще еще никого из нежити не убил, получается. Это же вообще не в счет, что ли? Ноги куриные. Метла. Жаль, нельзя поспать, блядь. А, эти типа, блин, вообще нахуй не в счет, да?
темно нахуй. Вот так вот, бля. С гранатомета, бля. Изношенный арбалет, бля. А, вон они те, которые зачетные. Эти, блин, так. Распиздяи. Все, блин, захуячили. Это все тут паладины, блядь. Неживые. Ну как резанул-то, блядь, меня. Козел, блядь. Ну, бронька-то у меня слабая. У меня все где-то, что нужно. Гнев выноса. Кольцо двойственности, хранителя тайн. Этот все тут как положено, блядь. Что тут у нас? Нихуя. А на втором этаже? Сука такой. Мощное зелье маны. Маны, маны, маны. Эти, конечно, не в счет, но, блядь, все равно приятно. Очки-то надо зарабатывать. Раз, 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 и я стану сильнее. Так, ладно. Пора в деревню. Надо выбрать позицию. Удобную, чтобы как ебануть всех нахуй. Так, ну 4 уже готово у меня, блядь. По хатам сидят. Г.
готов. Хе-хе. Кто там хотел там, блин, чтобы взрывать все нахуй, кромсать к ебеням? Вот все взрываем нахер. Так, еще двое. Один где-то в том амбаре, другой здесь, блядь. На тебе гранату. Ха, я уж хотел его окованный волшебной рудой Фламберт. Да, здорово, блядь. О, тут, наверное, что-нибудь это. Черный алмаз, мощное зелье лечения. Так, ну остался один. Там, блин, в хлеву прячется, блядь. Готов. Там вообще одного выстрела хватило. И чё он там, надо погадить пошёл. Лопата, блядь, коса. Метла, метла. Давай проверим остатки домов. Дождь поливает. Не темно, так дождит. Ну, вроде все. О, стоп. А, куриные ноги жареные. Ага. Ну, готово. Всех я вроде уложил, блядь. Поговорите с этим чуваком. О, все выглядываешь. Да и все, идите уже домой. Как твои дела? У нас все в порядке. В деревне снова безопасно. Добрый человек. Мы хотим отблагодарить тебя. Вот, возьми этот ключ. К югу от нашей фермы в горах находится обвалившийся тоннель. Там ты сможешь найти сокровище. Мои родители сказали мне, что это ключ к сокровищам. А почему вы сами не пойдете туда и не заберете сокровище, коли оно там? Никто не отваживается. Там очень опасно. Смерть подстерегает на каждом углу. О, это то, что нужно. Грабли, свитки, тут ничего. Ничего нового, блядь. Так. А тут даже... И ничего. Ну, пойдем. Сходим. Ой. А то тут все равно льет и темно, блядь. Так. И кто тут у нас живет? А, этот не ждет, блин, нашего героя.
чё-то, блин, мракорис. Готово, блядь. Хуеть. Матерый мракозверь. Ух ты, блядь. Матерый. Да мы сами тут материться умеем. Ключ сокровища. Ты один тут был? Ты один не умывался и грязнули и остался? Ну, сундуков тут много. Так, щит. Ну, я не знаю, тут если только... Топор, арбалет. 27. Арбалет наказания. Надо будет посмотреть, он может быть и ничего. Тут что? Сабля, броня... Так, наш-то сколько? 10, 6, 3. А этот у нас 27, 4. О, однозначно. О! Еще добавили маны, добавили восстановление, магия, блять. Все как положено. Ладно, пойдем посмотрим, что тут еще интересного есть. Волшебная руда вообще всегда нужна. Так, здесь что? Тишина. Так, тут что-то, блин, бабочки летают. О, древняя реликвия. Ух ты, ёптать, 8 нашел. Охуеть. Булыжник. Вот она. Это я вышел туда, где, наверное, этого. На лесосеку, да? Точно. Вот, теперь я сюда прошел. Отлично. Ну, нам сюда не надо. Пробили дорогу. Видишь, как мы тут. Как кроты. Нарыли, порыли. Не говори, вот так жизнь текет, да, вот там где-то кроты там роются, живут под землей, что-то там роются. Жрут всяких жучков-паучков. Своей жизни им до нас дела нет, нам до них дела нет. А они ведь тоже живые, у них тоже там наверняка какие-то есть, блядь, мысли. Темные, правда. Да у нас тоже тут все не так светло. Так, ладно, что нам делать-то в Торниару, блядь? Вот тут еще не проходил, пойду пройдусь. Вдруг тут кто-то остался. Нежить, значит, пошла в Торниару. Ну что ж, хорошо. Нежить хорошо горит. О, смотри, тут указатели. Торниара, это куда? Долина крови. О, блядь, опять ебанул. Да что ж такое-то, блядь? Льет и льет, льет и льет. А никакие напитки я не могу сделать.
А у меня, небось, этих пузырей нету. Крепкое зелье лечения. Малое зелье лечения. Зелье лечения. Надо, да. А эти всякие не могу. У меня то того нет, то этого нет. Ладно. Сделали кое-что, и то хорошо. О! Можешь к морю подойти и поглядеть. Ну, берег тут так себе. Что там на верхах? О, блин. Кто-то там говорил без глаза. Вон и с глазом все там это, блядь. Башня. Взрослые травы манны. И что там, нас кто-то хочет там встретить? Горн. О, уже тут. Ха-ха-ха. Так, ладно, надо сохраниться. Сейчас наговорит чего-нибудь. Привет, Горн. Горн? А ты кого ожидал увидеть? Городского стражника или паладина? Ну да. А их всех укатала нежить. Жалкие, ни на что негодные болваны. Да не так говоря. Что же, выходит, город захвачен? Ну да. За исключением крепости. Когда мы пришли сюда, я первым делом взялся за топор. Ну да. И переломал немало костей. Теперь хотя бы на улицах вокруг базарной площади спокойно. Очень хорошо. Послушай-ка, Горн. Мне надо повидаться с королем. Это тебе тогда надо с Диего поговорить. Он уже давно присматривается, как попасть в крепость. А где найти Диего? В гавани. Ступай влево вдоль домов, пока не дойдешь до лестницы. Она ведет в трущобы. Поищи Нингала. Он должен быть где-то там. Он укажет тебе дорогу. Нингал сейчас в Торниаре? Да. Ну да. Когда Диего увидел, что тут творится, он сразу отправился в ту ушу и предложил великим магистрам помочь нам сражаться с нежитью. Понятно. Ну и ладно. Налево вдоль домов. И увидим там Нингала. Так, а тут ни черта нет. О, смотри, как нет. Травы на кладбище очень даже хорошо растут. Это не кладбище, но все равно хорошо растут. Грибочки, опять же. Надо какой-нибудь рецептик прикупить. И каш есть. Да и бутылок всяких не помешает. Да уж, тут будет где побегать. О! Пузыречки. О, смотри. А рынок-то работает. Привет. Что я могу для тебя сделать? Да, Хагир, давай посмотрим, что ты можешь для меня сделать. Мне бы хотелось взглянуть на твои товары. Да. Что у тебя тут есть хорошее? Это хуйня. Болты убить тоже не нужно.
Драконий топор тоже нахер не надо. Ну, зато я могу тебе продать кучу всякого говна. Вот это все могу продать тебе. Много чего. А это Диего? У него уже денег, блядь. Ну, снаряжение тоже все продаю. Во, блядь. Это я нагреб. Ну, руны пока не будем. Вот, да, вот. Все? А, еще стрелковая, подожди. Куча арбалетов, блядь. Ну, стрелы, болты, это так. На всякий пожар. Ну все, а у тебя мне ничего не надо. К сожалению. Будь здоров. Может, где-нибудь здесь это... Еще на рынке кто-нибудь есть? О, смотри. У меня покупают только те, у кого действительно хороший вкус. Ну, давай посмотрим, что у тебя тут. Мне бы хотелось взглянуть на твои товары. Так. Сир быстрой руки не надо, зазубренный топор не надо. Рецепт большого... О, блядь, 4300 обойдешься. Нахер не нужно. Да, действительно хороший вкус. Все, будь да здоров дальше, блядь. Не кашляй. А, эй, да? Том. О, привет, я Том. Привет, ты Том. Мне бы хотелось взглянуть на твои товары. Угу. Большой эликсир силы. Мастерства. Наверное, пузатые бутылочки-то мне надо. А, не, в разном они, наверное, всякие эти бутылочки. А у него и нет таких пузырей-то вообще. Пузырек свинцового стекла, и он фигурные всякие. А, во, вот они. Пузырек. О, 51 возьмем. Все. А остальное разберемся. Все, ладно, будь здоров. Не кашляй со своими этими товарами, баночками. А ты кто? А ты горожанин. О! Кто там орёт-то, блядь? Кошмар какой. О, Нингал, привет. О, снова наш неофит. Да. Что еще? Да, ты, наверное, мне подойдешь. Подойду. О, нет, у меня нет времени работать твоим мальчиком на побегушках. Горн говорит, ты знаешь, как попасть в гавань. Ага. Только туда проход перекрыт. А как туда можно пробраться? В трущобах
есть два обелиска. Если ты сумеешь включить их оба, ты сможешь достичь своей цели. Что это за обелиски? Да. Судя по всему, они были возведены для защиты от отрицательных воздействий волшебного спектра. Отрицательных воздействий? То есть они защищают от магии Белиара? А он не так глуп, как может показаться. Да, по всей видимости, эти обелиски были воздвигнуты жрецами Иноса. Они поглощают всю магию тени выше определенного порога. Однако использованию мелких заклинаний они не мешают. Отлично. Что это означает? Что наши друзья из числа нежити будут в будущем избегать этого места. Однако эффект моих боевых заклинаний останется неизменным. Как я могу включить эти обелиски? Я подготовил специальное заклинание и расписал его на двух свитках. Ну хорошо, давай свои свитки, и мне позарез нужно попасть в гавань. Да. А у меня их нет. Они у моих помощников. А твои помощники? Мертвы. Одного из этих бездарей ты можешь лицезреть прямо отсюда, если немного спустишься по лестнице. Ну да. Второго тебе придется поискать. О! 25 уровня достиг. Ладно. Молодец. Так, что там надо? Древние обелиски. Найдите свиток, активируйте. Понятно, что-то уж проще пареной репы. Что-то. Так, и К. Так, теперь я могу... Ну и остальное сюда. Тут уже у нас полное. Теперь вот это будем хуячить. Ну что ж, сохранимся, поскольку уровень у нас тут все такое. Пойдем. Ага. Ай, блин. Ну, зомбаки это, блядь, не проблема. Я ж уже мах такой крутой. Всё. Ха! Ha ha!
Набилось-то их тут. Как, блядь, уток нахуй. Претендент. Магический свиток. Сундуки есть? Хуя нету. А здесь? Тоже нихуяшеньки. Жареная кла. Обелиск таинства. О! Один запустил. Да, хорошо, гниющая дубин. Хорошо, блядь, магом быть. Эх, хорошо в стране советской магом быть. И не в советской тоже. Эх, хорошо на свете просто быть. Да. Ага. Баб ебать и вот купить. Да, а что еще надо для счастливой жизни? Блять, я водку не пью теперь, блять. А, блять. Зачистить территорию, блядь. Напал вам нахуй. А что у нас тут? Есть-то? Хуяк и все. Да уж. Все. Вот это я понимаю, классно, блять. Хе-хе. Готов, блять, сука такой. Блять, она еще и самонаводящаяся. За ним повернулась. Молодец, блять. Да, на море тут погода еще та, блять. Это точно. Так. Пока мы тут лазим, серия наша подходит к концу. Вот что у нас тут? А, коптильня, рыба коптится. Да.
Ну что ж. О, подожди, зомбак там где-то. На пассажок завалим, блядь. А, вон ту хуйню будем уже брать в следующей серии, правильно? Правильно, на этом мы с вами прощаемся. Все, до следующей серии, все, пока-пока.